В этом видео Дэн Рассел рассказывает об искусстве выбора ключевых слов. Содержание урока. Воображаем слова, которые будут появляться на странице. Используй только самые важные слова и выбирай правильные синонимы. Теперь вы должны думать, как я могу применить эти знания, чтобы выбрать лучшие слова, чтобы использовать их в запросе. Иногда вам придется попробовать несколько разных запросов, сфокусироваться на информации, которую вы хотите найти, пробуя различные комбинации. Ключевые слова. Ключевые слова являются наиболее важными словами или вопросами. Они говорят поисковику то, что вы ищете. Они также могут быть вызваны условиями поиска. Когда вы готовы, чтобы ввести вопрос, подумайте на мгновение о том, что вы действительно хотите найти. Один из способов сделать это, чтобы рассмотреть, какие слова вы думаете, появятся на странице, которая будет иметь идеальный ответ. Представьте себе, что страница на мгновение. Как бы кто-то написал об этом? Это на самом деле важное умение, как бы поставить себя на место другого, который написал свой идеальный запрос. Итак, рассмотрим три вещи. Подумайте о том, что вы пытаетесь найти, выберите слова, которые вы считаете появятся на странице, поставьте себя на место того, кто ищет. Think of it this way. You're trying to do a search to find a page or two or three that exists somewhere out on the web. What words would be on that page? That is, how would the author write that web document using what words to capture the idea of the thing you're trying to find? In essence, what you want to do is put yourself in the mindset of the author of the web page, the person who writes those words. What words would they use? For example, if you're trying to find something about, say, how to treat... Например, если вы ищете в Google информацию о вашем ребенке, который сломал руку, какие результаты вы получите в запросе? But they probably will be written by people who are writing informally. And if you've got a broken arm or a kid who has a broken arm, those are not the words you want. So think about the kind of words that a person who's writing you want to read would write. Here's a problem that I ran across a little while ago. Somebody told me, I heard that there was in some old city in the waters of San Francisco Bay. Большая идея здесь в том, что слова, которые вы выбираете, будут влиять на виды результатов, которые вы получите. Однажды ученик 6 класса пытался найти информацию о Коста-Рике, джунглях, экосистемам с использованием запроса. Он определил потная одежда. Он определил слово потная одежда о состоянии, в котором он будет, если окажется в джунглях. Но большинство страниц, в которых была эта фраза, были на другую тему. Так, если вам кто-то говорит, что я слышал, что был какой-то старый город в заливе Сан-Франциско, что это называется, что имеется в виду? Лучше рассмотреть, какие слова на самом деле появляются на странице с вашим ответом. Давайте сравним результаты из нескольких различных поисков, чтобы увидеть, почему. Этот запрос использует много слов, чтобы описать очень простые концепции. Эти дополнительные слова, которые находятся за пределами центральной идеи запроса, в конечном итоге видны все результаты, которые могут или не могут иметь отношение к вашему вопросу. Так что вы делаете в сущности то, что не относится к теме. Another way to phrase that question would be to say, let's try the query Old City San Francisco Bay. So we've taken out all the extra words and just kind of included the words we think will be on a web page that describes the perfect idea, the perfect result. Here you can see the results. Первый результат из Википедии про Сан-Франциско. Это наиболее распространенный из двух фраз в этом вопросе. Таким образом, идея Сан-Франциско, естественно, основная. Сан-Франциско является еще одной из распространенных фраз. История Сан-Франциско также возникает потому, что мы используем слово «старый» и слово «город». Сравнивая результаты слов в запросе, вы можете увидеть, что слова в запросе действительно те, которые определяют эти результаты. Maybe it's called a ghost town.
So let's try that. Let's use that as a query term. And so I'm going to try this query in red below, Ghost Town, San Francisco Bay. Here, what I'm using is the special phrase Ghost Town. That's sort of a what we think of as a low frequency phrase, or it's an uncommon phrase, which describes exactly the thing you're looking for, Ghost Town. See here, now look at this. This is a perfect result. Ghost Town, San Francisco Bay, the very first result is a Google Plus result for Drawbridge. And if you read that Wikipedia article on Drawbridge, formerly known as Saline City, it's a ghost town with an abandoned railroad station. It's exactly what we were looking for. So you see what's happened here is by choosing the right words, by choosing the artful words, that is the words that are probably on the page that you want to find, we can get exactly to the kind of page we really want. So let's compare these three different queries. The very first query, what was the old city in San Francisco Bay called, versus old city San Francisco Bay versus ghost town San Francisco Bay. In each case, you see the results shift a little bit. So your job as a searcher, as a really good user of Google, is to find those words that will give you the kind of results you want. Now, there's one thing I want to point out here. Here we've removed words and we've gotten down to just the core terms, just the core concept. One thing that's worth noticing, though, is that very first query we did, what was the old city in San Francisco Bay called? Remember that? Remember this thing that came inserted here? Let's zoom in just a little bit here. And I want to point out that sometimes when you ask a question of Google, it tries to extract an answer from a page to answer your question. This is a capability that we're working on these days, and it's getting better and better as we go forward. This is called question answering, and you can't count on it all the time yet. Some questions don't quite work out yet, but some do really, really well. In this case, it doesn't quite get at the heart of what we wanted because we hadn't expressed our intent quite clearly enough. This is a very reasonable answer to that question. It just happens to be that we were looking for a ghost town, not quite just the old name of San Francisco. What I'd like you to do now is to go on to the activity with this lesson. Try it out. See if you can find the answer.